Готовится к выходу очередной номер еженедельника «Телевид.Инфо». На этот раз корреспонденты газеты расскажут читателям о том, чем закончилась история жителей дома номер 107 по улице Трифонова, поднявших волнующие их проблемы. Актуальна ли тема абортов для Речицкого района? Кто стал участником второго городского детского конкурса мастерства и грации «Маленькая принцесса-2016»? Какие фотографии можно присылать на конкурс «Мой питомец лучше всех»? Каждую неделю в «Телевид.Инфо» новости из жизни звезд, гороскопы, анекдоты, афиши мероприятий и удобная программа телепередач. Покупайте газету «Телевид.Инфо». Порадуйте себя и своих близких полезной и интересной информацией.